сложно было, конечно. Ну, пошел. Мы с детем там везде ходили. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Thank you.
ныне присно, и во веки веков. Господи, помилуй.
Господу помолимся.
посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивую. Господи, спаси Процветут. Аллилуйя, аллилуйя.
Святого Апостола и Евангелиста Матфея. Спасибо.
Тия, о народе властей и воин слия, да тихое и безмолвное житие пожелем, о всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священниц и священного Лазия, и все во Христе братстве нашим. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных, и о создателе святого храма сего, и о всех прежде почивших, о всех и братьях бережащих, и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братья святого храма сего. Еще молимся и увижу, умиритесь отечеству нашему и о православных воинах, обрали случаи, прежде во здравии и возвратитесь от дома своя и спасенными быть. Еще молимся о благоносящих и добродеющих по святейности чистым храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостив и человека любец Бог и си, и тебе славу Своему, Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И господина. И господина преосвященнейшего Елисея, епископа Курюпинского и Новоаннинского, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, настоятели, братья и прихожан святого храма сего, строители, благотворители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Отца. Тебе поняться, Господи, слава Тебе.
господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина преосвященнейшего Елисея, и епископа Урюпинского и Новоаннинского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целый, честный, здравый, долгодействующая, правоправящая, слово Твоя истины. Помяни, Господи, Господина нашего, высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, Его же даруй святым Твоим церквам в мире цело, честно, здраво, долгоденствующе, право правящее слово Твое, истины. Причестное великолепо имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Избавитесь от нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй нас, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твою благодатью. Thank you.
Отца и Сына и Святаго Духа. Мы снова и снова, дорогие мои, приходим в храмы Божии, чтобы в этот день и в это время прославить еще раз и еще раз великого угодника Божьего, великого трудника на ниве Божией Иоанна Кронштадтского. Мы снова и снова прибегаем к этой благодати, которая просияла через его труды, через его подвиги и разлилась на все, во все храмы, во все уголки этого мира, не только нашего русского мира, но и всей большой нашей земли, во всех ее дальних углах, где чтут память Иоанна Кронштадтского. Он пребывает своим молитвенным взором всегда и во веки веков. Но так было не всегда. Лишь каких-то 100 лет нас отделяет от того момента, от его исхождения из этого мира. Каких-то несколько мгновений. Но эти мгновения воплотили в себе все ужасы, все неустроения, которые были на нашей земле. А до этого были его подвиги. Подвиги на ниве Божией. И как много людей хотело бы увидеть его, как, потому что слух о великом подвижнике, о великом чудотворце уже распространился по всей земле. Храм Кронштадта, 5000-й храм, не мог вместить всех желающих. Как много хотело людей хотя бы издали увидеть его. И уж многие даже не чаяли получить от него благословение. Ведь мы знаем из жития, мы знаем из истории, какие огромные мешки писем приходили на его имя в Кронштадт. Люди удивлялись великому труду, который он нес с самого первого дня своего служения и даже раньше. Ведь слух о том чудесном образе его жизни очень быстро овладел ума людей. В том время, когда вера оскудевала в людях, как он скажет потом, храмы стоят пустые, люди, ищущие славу Божию, ищущие пристанище для своих душ, увидели этот маяк. Они слышали и удивлялись, как может человек, который такой же немощный, как и я, как и мы все, столько трудиться во славу Божию? Как может человек возвращаться домой нагим, потому что он свои сапоги отдал какому-то бедняку? Как может человек простой, такой же, как и я, каждый день причащаться тайн Христова? Когда, если мы постараемся, то почувствуем эту огонь испепеляющий, который находится в теле и крови Христова. Как человек может такие нести труды, каждодневные, принимать тысячи и тысячи людей, принимать участие в жизни обездоленных, страждущих? Как человек может все это? Но мы и знаем, что невозможно человеку, возможно, Богу. Руками Иоанна Кронштадтского в то время и сейчас действует сам Христос, податель всякой благодати. Через его труды, через его молитвы Господь даровал им это чудо. Но как много людей хотело бы прикоснуться к нему, как много бы людей в то время хотели бы быть рядом с ним, чтобы получить от него благодать Божию. А вот сейчас мы можем это сделать. Но скажете, его же нет с нами, он где-то там. Так нет, дорогие мои, он здесь и сейчас. Он там, где Христос, а Христос там, где двое или трое во имя него собрались, там и он. И значит, Иоанн Кронштадтский среди нас. И как среди многих тысяч храмов, которые сейчас служатся службой, и там он присутствует. Это благодать, это чудо Божие. По-другому это не скажешь. Тогда, 100 лет назад, он не мог всем помочь. Он просто возлагал свои руки на эти мешки с письмами. Он
в общем благословлял всех людей, стоящих в храме, потому что он не мог физически, по своей человеческой природе, каждому благословить, каждого выслушать. И благодать Божия разливалась по этим людям, по этим письмам, помогая. А сейчас, когда он уже вне тела, как ангел, ношается между людьми, между каждым просящим его помощи, он может и помогает, и будет помогать всякому просящему, потому что он по-другому уже не может. Он всю свою жизнь положил на спасение обездольных и нищих. Так дай Бог, дорогие мои, через тело и кровь Христова, как этот луч света, увидеть и прикоснуться к самому Иоанну Кронштадтскому. И попросить самое сокровенное, самое желанное, что мы можем, несем в своей душе. Потому что по-другому нельзя. Потому что если мы приходим в храм Божий просто на всякий случай, то мы не получим никакой помощи, потому что Бог ревнитель есть. К Богу просто так не приходят. Не приходят ради того, чтобы на всякий случай. К Богу приходят только тогда, когда уже не вмоготу, когда другого шанса и не будет. Также Иоанн Кронштадтский, действуя благодатью Божией, помогает не на всякий случай, а когда уже другого и нету шанса. Только Он. И по вере наше дано будет нам. И дай Бог каждому из нас увидеть в своей душе, очистившейся от страстей и грехов, этот свет благодати, о котором он говорит. И в этом свете увидеть Отца нашего Иоанна Кронштадтского, Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми святыми, святыми. Дай Бог вам всем здравия. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Верую, Господи, и исповедую. Яко ты еси воистину Христос, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешные спасти, пришеды в мир грешные спасти, одни же первые есть аз, одни же первые есть аз, еще верую, еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия самое есть честная кровь Твоя, и сия самое есть честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй мя, молюся оба Тебе, помилуй мя, прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. И прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подоби мя неосужденно причаститеся. Из подоби мя неосужденно причаститеся. Пречистых Твоих таинств, пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоея тайное днесь, вечере Твоея тайное днесь, Сыне Божий причастника мя прими, Сыне Божий причастника мя прими, небо врагом Твоим тайну повем, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, не лобзание Ти дам, яко Иуда, яко
разбойник исповедую тебя. Но я разбойник исповедую тебя. Помяни имя Господи во царствии Твоем. Помяни имя Господи во царствии Твоем. Да не в суд ли во осуждение будет мне причащение. Да не в суд ли во осуждение будет мне причащение. При чистых Твоих таинств, Господи. При чистых Твоих таинств, Господи. В оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. В оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Отрок, который был, Тимофей,
Христос и во веки веков. Боже, Спасителю нашу, бывание всех в конце земли, сущих.
грядущих в море далече, и милостивее, милостив будь, владыко, отрезев наших и помилуй нас. Милостив Бой, человеколюбец Бог еси, и тебе славу посылаем, собирающим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Сестры, мир вам, Божья вам любовь. Аминь.